Евротрак Симулятор 2. Короли дорог. Сегодня в выпуске. Поезд или паром? Непростой выбор для Михаила. Куда тут что включается? Доминик впервые за рулем грузовика. Обычный рабочий день водителя грузовика начинается рано утром. Нужно успеть многое сделать, прежде чем истечет отведенное для работы время и наступят часы обязательного отдыха. Нужно обязательно следить за временем, иначе не избежать штрафа за нарушение труда и отдыха. Давайте понаблюдаем за работой типичного европейского водителя грузовика. Это Михаил. Он уже 4 года работает в одной из крупных европейских транспортных компаний. За это время он прошел путь от водителя до главного бухгалтера компании. Но при этом его чаще других руководителей можно увидеть за рулем грузовика. Сейчас средства бухгалтерского учета и прочие финансовые приложения умещаются буквально на ладони. В ноутбуке или смартфоне. Поэтому, где бы я ни был, я всегда могу взять с собой в дорогу весь свой мобильный офис. Так что финансовый отдел компании в моем лице работает по всей Европе, где есть интернет. Сегодня Михаилу предстоит перевести тяжелый негабаритный груз по маршруту из Гамбурга в Лондон. К его тягачу уже подцеплен длинный прицеп с бульдозером. Осталось только сесть за руль и тронуться в путь. Его тягач оборудован 12-ступенчатой механической трансмиссией и усиленным трехосным шасси. Это необходимое условие для перевозок грузов такого класса. За плечами у Михаила опыт перевозок поистине колоссальных грузов, наподобие теплообменников атомных электростанций, а также шасси карьерных самосвалов. Для выполнения таких перевозок обязательно требуется наличие специальной команды сопровождения, которая движется спереди и сзади тягача, предупреждая остальных участников движения о возможной опасности. Последние проверки перед дальней дорогой. Михаил по привычке проверяет маршрут через встроенную навигационную систему. Я очень хорошо сделал, что решил еще раз глянуть предложенный компьютером маршрут. В условиях мегаполисов заблудиться проще простого, а с таким грузом, как у меня за плечами, бывает очень непросто развернуться или выехать обратно задним ходом. Вот и сейчас я вижу, что навигатор ведет меня через тоннель под проливом Ла-Манш. Поезда Евростар, курсирующие в туннеле между Европой и Англией, не рассчитаны на перевозку грузовиков такой длины, как у Михаила. Ему предстоит вручную изменить маршрут и отправиться в Англию другим путем, через паром в порту Кале. Путь, который преодолевается поездом за 30 минут, займет почти 3 часа. Сам Михаил считает, что самый сложный участок пути будет после парома. В английской столице двигаться придется по тесным улицам с левосторонним движением, полагаясь на собственные навыки и соблюдая максимум осторожности. Тем временем, на другом конце Европы, молодая девушка по имени Доминик готовится к своему первому рейсу на грузовике. Раньше Доминик водила автобус и никогда не совершала международных рейсов. Маленькая транспортная компания, расположенная в российском Санкт-Петербурге, обладает небольшим парком современных грузовиков. Но для выполнения перевозок внутри страны, а также в Финляндию и Прибалтику, часто используются два старых грузовика Ивека, выпущенные почти 40 лет назад. Именно на таком грузовике Доминик отправится из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии, в город Хельсинки. Привет, меня зовут Доминик. Я начинающий водитель грузовика. Я родилась и выросла в России, но хорошее знание немецкого языка позволило мне устроиться на работу в международную транспортную компанию. Сначала я водила туристические автобусы между Москвой и Санкт-Петербургом, но желание карьерного роста и личный интерес заставили меня пройти курс обучения и получить право управления грузовиком. Сейчас я готова к своей первой заграничной поездке.
Доминик только что подтвердила квалификацию, однако она никогда не управляла грузовиками с механической коробкой передач. Доминик прекрасно управляется с 5 передачами в своей легковой машине. Сейчас ей предстоит отправиться в путь на грузовике с 16-ступенчатой механической коробкой передач. Мои новые, более опытные коллеги показали мне, как переключаются передачи в этом грузовике. Кажется, я все запомнила. Надеюсь, я все сделаю правильно. Пока Доминик привыкает к своему грузовику, вернемся к Михаилу, который находится на половине пути между Гамбургом и границей с Голландией. Мне достался достаточно тяжелый груз. Грузовик тяжело разгоняется, а расход топлива заметно вырос. Я опасаюсь, что горючего может не хватить до ближайшей заправки. И тогда придется вызывать подмогу. На счастье Михаила, на пути оказывается автозаправочная станция. Теперь как будто бы все в полном порядке. Баки заполнены, и можно ехать дальше. Итак, последние приготовления завершены, и Доминик отправляется в путь. Утром в Петербурге, как и в других крупных российских городах, очень плотное уличное движение. Доминик будет не просто выехать из грузового терминала. Однако ей это удается. А в это время Михаил уверенно движется по дорогам Голландии. Солнце клонится к закату, к тому же у Михаила заканчивается разрешенное для работы время. Скоро ему предстоит встать на 8-часовой обязательный отдых. Михаил приближается к французской границе. Его рабочее время подошло к концу, и он решает остановиться на отдых на приграничной стоянке грузовиков, чтобы утром продолжить движение и успеть на паром.
это Кале, портовый город на севере Франции у пролива Па-де-Кале. Кале является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции. Расстояние по прямой до Англии составляет 34 километра. Между Кале и английским Дувром курсирует паром. В 1994 году открыто движение по железнодорожному туннелю от пригорода Кале до английского города Фолкстона. Паромная переправа между Кале и Дувром соединяет Францию с Англией и на данный момент обслуживается двумя паромными компаниями. Обе компании в целом предлагают до 39 переправ в день. Паром перевозчика Brittany Ferries отправляется 15 раз в день, с длительностью переправы около полутора часов, не считая времени, которое Михаил затратил на движение по измененному маршруту. Между тем, Доминик выехала из Санкт-Петербурга и уверенно ведет свой грузовик по шоссе. Ее путь лежит через Выборг, границу с Финляндией. А вот и финский пограничный переход между Тархановкой и Ваалима. Доминик готовится пересечь границу и въехать в страну озер и болот. Именно так переводится самоназвание Финляндии с финского языка. Последние формальности улажены, и Доминик впервые попадает в другую страну. На первый взгляд, здесь все иное и чужеземное. Однако правила дорожного движения во многом похожи на российские, привычные для Доминика. Через полтора часа морского путешествия Михаил попадает в Великобританию. Через два часа он прибудет на место разгрузки. Однако последние километры пути будут самыми трудными. В Англии принято левостороннее движение, а во многих районах Лондона и его пригородов очень тесные улицы, которые заставлены припаркованными автомобилями. Михаил въезжает в Лондон в разгар утреннего часа пик, когда и без того сложное движение сопряжено с утренними заторами на дорогу. А
Несмотря на раннее утро, на балконах окрестных домов можно заметить людей, снимающих на телефоны передвижение огромного грузовика по Мурской улице. Пока Михаил пробирается по тесным лондонским улицам к конечной точке своего маршрута, мы снова вернемся к Доминику. Ее путешествие вот-вот закончится. Она уже приближается к воротам грузового терминала. Сейчас будет одно из главных испытаний для любого водителя грузовика. Ей нужно развернуться и встать задним ходом на разгрузку. Что же, она отлично справилась с этим заданием. Наконец, Михаил достиг конечной точки маршрута, небольшой строительной площадки на юге Лондона. Остались сущие пустяки. Развернуть длинный автопоезд на площадке с ограниченными размерами и, двигаясь задним ходом, встать на разгрузку. Через некоторое время это ему удается. Груз доставлен в целости и сохранности, и вовремя, что очень важно для заказчика. В памяти Доминика еще свежи воспоминания о событиях одного дня, от короткой тренировки с инструктором на грузовом терминале до самостоятельной поездки на грузовике. На автобусе, которым я управляла, была роботизированная коробка-автомат, а тут все такое новое и непривычное. Она ведет грузовик на стоянку. Ей нужно хорошо отдохнуть и выспаться перед дорогой домой. Компания уже нашла ей груз в обратном направлении, и завтра утром она вернется в Петербург. Михаил тоже отправляется отдыхать. У него есть пара свободных дней и запланирована небольшая культурная программа. «Завтра я буду спать», — говорит Михаил, — «а в воскресенье обязательно пойду в Королевский оперный театр в Ковент-Гарден».